Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW F30. Ремонт после ремонта. Буду исправлять заднюю часть. Прежний ремонт был неудачным. Нет зазора с левой стороны, зазор с правой стороны большой, и правое заднее крыло стоит слишком низко. Разберу заднюю часть и устанавливаю машину на стапель. Но сначала я хочу представить канал моего друга о кузовном ремонте. Можете увидеть много интересного. Подписывайтесь на канал GT Auto Repair and Frame, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, а я продолжаю. Итак, задняя часть разобрана. Делаю необходимые измерения. И как видно, правый лонжерон стоит немного ниже. Ниже на 9 мм. Исправляю это. We'll be right back.
Теперь все отлично. Установил задние фонари и проверил зазоры. Итак, устанавливаю все детали обратно. Моя работа закончена. На эту работу ушло 16 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!